Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня продолжаем бомбить классную пиротехнику. Ночное видео будет очень интересное, насыщенное, поэтому присаживайтесь поудобнее, будем начинать. Так, давайте выберем, каких ракет сегодня забахаем. Здесь есть очень много. Меня часто спрашивают, где можно купить классную пиротехнику по доступным ценам. Так вот, ребят, хотел бы порекомендовать вам классный сайт, называется Babach.in.ua. На этом сайте есть очень много различных петард, пиротехники, начиная от самых маленьких петард, заканчивая самыми большими петардами, которые только могут быть на рынке. Также, ребята, здесь на сайте есть очень много классных, интересных салютных установок, новых, от разных новых фирм по доступным ценам. Поэтому, ребята, рекомендую, я сам здесь покупал салюты себе на день рождения, поэтому буду вам рекомендовать этот сайт, очень хорошие цены доступные. Еще здесь есть различные пиротехнические изделия, такие как дымы. Вот, например, есть много классных дымов. Я тоже дымы тащу в своих видосах, так что люблю эту тему, буду тоже вам рекомендовать. Смотрите, дымы есть на любой вкус. Поэтому, ребятки, покупайте, заходите, ссылочку обязательно оставлю на магазин в описании под видео. Заходите, смотрите, покупайте что-то. Сейчас мы посмотрим, что такого бахнет. Также миномет, как и обещал, повзрываем, брошу пулеметных лент вот таких мелких туда к минометам и посмотрим, какой эффект получится. Давайте выберем, какие петарды бахнем. Давайте вот эти. Вот, сразу ложу здесь, чтобы не путаться, какие взрывал, какие нет. Так, вот крекинбол. Такс. Что у нас тут? Пиратка есть. Вот такая пиратка. Давайте забахаем красный самолет в этой серии. Будет интересно. Берем по ракетке, чтобы были все разные. Так. Вроде бы взял. Так, есть. Так, фонтанчик вот такой фонд. Бахнем. Давайте какой-то салют в этой серии, что ли, забахаем. Так, что у нас тут есть? Давайте бахнем вот такую Катюшу и гнома в этой серии. Также еще будут вот такие салюты и римские свечи. Смотрите, возьмем их, сразу три запустим, будет классно. Так, давайте, как и обещал, берем миномет вот такой красный. Пойдемте, сейчас мы установим. Смотрите, здесь есть мортирка, с прошлых роликов запускали. Так, берем, открываем. Так, ставим туда вот такой шар фестивальный. А также, ребят, забрасываем вот таких вот штучек с пулеметных лент, маленькие петардочки. Посмотрим, что с этого получится, ребят. Поехали. Вау, отлично получилось. Еще сделаем таких штук и в следующем видео еще повзрываем люцкугелей с такими петардами. Видите, как классно получилось. Очень классно. Что ж, давайте повзрываем дальше что-то. Запустим, давайте две ракеты и пойдемте взрывем петард мощных. Во. Так, положим петарды здесь, ракетки ставим. Оп, оп. Погнали. Первая пошла. Класс, со свистулькой. Давайте дальше. Так, не очень полетело, но что есть, то есть. Так, давайте дальше. Так, что-то у нас с минометом перевернулся, ничего страшного. Так, вроде бы пустой. Давайте берем петарды. No Limits пошел. Бой.
очень мощный. Теперь Red Devil. Есть жара. Так, и Crazy Robots. Что-то вспышка в последнее время у Crazy Robots вообще не догорает. Так, давайте дальше. Что у нас тут есть? Давайте фонтан запустим и парочку крикенбола бахнем. Так, фонтанчик можно тоже здесь. Вместе с крикенболами. Так. Первый пойдет фонтан. Фонт от Фьери. Хорошо. Так, крикенбол. Есть первый. Теперь второй. Отлично, мощные крикенболы. Так, давайте еще бахнем один люскугель. Давайте зеленый вот этот. Еще добавим туда с лент вот этих маленьких петард. Такс. Такс, развязываем. Оп. Так, установили самый низ. Отлично, так засыпаем туда петард. Уже побольше, смотрите какие. Так, давайте поджигаем и погнали. Ух, бежит. Это классный эффект. Люблю такие взрывы. Супер мощные. Что же, давайте дальше. Дальше что-то бахать. Так, римские свечи есть. Несколько петард. Давайте их сразу в карман. Вот, и жучка тоже. Так, давайте римские свечи и самолет. Так. Здесь поставим самолет. А здесь у нас будут римские свечи. Вот. Так, сразу освобождаем фитили, чтобы точно поджечь. Все три есть. Давайте с самолета начнем. Отмерить такой красный. Может сразу рвануть. Видите, сразу рванул, короче. Так. Давайте немножечко наклоним. И будет то, что надо. О, пошло. Отойдем подальше, ребят. Пока еще не началось огниво. О. О, последняя вылетает хорошо. Так, есть три штучки. Сработали отлично. Так, давайте дальше. Что у нас там в кармане с петард? Есть. Так, P2000. Есть. Взрыв. Дальше вот такой бабах от золотого дракона. Здесь бабах бахнули. Так, что у нас дальше? Жук.
У жуков классная вспышка, поэтому поставим стоя. Есть. Также вот такая петарда Mad Clone. Давайте ее тоже брошу далеко. Надеюсь, здесь будет такие звездки классные белые. Посмотрим. Не, был просто взрыв со вспышкой, но тоже очень мощный, громкий. Надеюсь, вам понравился. Так, давайте бахнем один салют. Вот такую Катюшу на Берлин. Думаю, вам понравится. Катюшка. Так, как бы ее установить также под наклоном. Вот так вот. Чтобы было видно. Вот это она мощная. Хорошо пошла. Так. Перевернул здесь салютики. Так, давайте две ракеты затестим. И будем напоследок салют бахать. Вау, хороший полет. Так, это мы поставим поровней. Есть. Обожаю запускать ракеты. Если хотите огромных ракет, пишите в комментарии. У меня есть большие ракеты. Также обязательно я обещал поснимаю таких видосов, где буду привязывать днем к большим ракетам какие-то предметы и запускать. Посмотрим, что они смогут потянуть. Думаю, это будет классный эксперимент. Поэтому, ребят, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал обязательно. Тогда вы увидите классные видосы. Так, погнали. Вот такой гномик. Бежим. Дальше тянуть. Вот это было шмалево по всему полю рваного. Класс, смотрите, сколько дыма. Иду и везде дым. Ух, люблю запах пиротехники по утрам, смотрите, и по вечерам тоже. Так, это все мусор оставим, обязательно уберем. Что ж, смотрите, сколько мы взорвали в прошлой серии всего. Обязательно посмотрите. Было очень классно. Смотрите еще, сколько всего осталось. Надеюсь, видос вам понравился. Набираем 2000 лайков. Выходит следующее ночное видео. Будем дозревать всю эту пиротехнику. Еще остались салюты очень много. Думаю, получится интересный видос. Поэтому, чтобы не пропустить, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят также крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Очень интересные. Обязательно заходите, заценивайте. Я вам буду там рад. Что ж, пишите, что делать с этими лицкугелями. Взрываю в следующий раз еще с пулеметными лентами. Смотрите, сколько есть. Все это раздробить и туда забросить мортиру и взорвать. Думаю, будет классно, будут классные эффекты. Поэтому, ребят, давайте. Набираем лайки и будет вам такой классный видос. Что ж, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте обязательно. 2000 лайков, выходит новый ролик. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже классные. Может быть, вы их еще не видели. С вами был TNT Fox. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч. Жду вас в следующем видео.